Сядьте. Вытяните ноги вперед. Стопы вместе. Носки направьте на себя. Поставьте ладони у бедер. Поднимите руки через стороны вверх. Спина прямая. С выдохом медленно наклонитесь к ногам. Пытайтесь обхватить стопы руками. Живот, грудь, голова стремятся к ногам. Сделайте 7-10 циклов дыхания. Наблюдайте за дыханием. На выдохе одновременно поднимите полусогнутые ноги до уровня груди. Отклоните корпус слегка назад. Руки вытянуты вдоль ног. Колени и пятки находятся параллельно полу. Сделайте 5-7 циклов дыхания. Наблюдайте за дыханием. Вытяните ноги вперед. Поставьте ладони у бедер. Стопы вместе. Носки направьте на себя. Спина прямая. Сделайте 5-7 циклов дыхания. Грудная клетка раскрыта. Плечи опущены. Наблюдайте за дыханием. Согните ноги. Отталкиваясь руками, медленно поднимите таз так, чтобы бедра и спина были параллельны полу. Колени находятся над пятками, плечо над запястьем. Сделайте 5-7 циклов дыхания. Во время выполнения движения не допускайте болевых ощущений. Дыхание ровное, спокойное. Опустите таз на пол. На выдохе одновременно поднимите полусогнутые ноги до уровня груди. Отклоните корпус слегка назад. Руки вытянуты вдоль ног. Колени и пятки находятся параллельно полу. Сделайте 5-7 циклов дыхания. Медленно выпрямите ноги до ощущения натяжения в бедрах. Пятки находятся над тазом. Носки опущены вниз. Поднимите руки и голову. Сделайте 5-7 циклов дыхания.
тянитесь вперед. Во время выполнения движения не допускайте болевых ощущений. Наблюдайте за дыханием. Согните ноги. Стопами упритесь в пол. Медленно поднимите корпус вверх. Не допускайте болевых ощущений. Плечи прижаты к полу. Вытяните шею. Руки вдоль тела. Ноги на ширине плеч. Выгибайте грудную клетку. Пятки находятся под коленами. Носки слегка повернуты внутрь. Сделайте 5-7 циклов дыхания. Дыхание ровное, спокойное. Опустите копчик на пол. Сядьте. Разведите колени в стороны. Соедините стопы. Обхватите их руками. Спина вытянута от копчика к макушке. Старайтесь максимально придвинуть пятки к тазу. Сделайте 7-10 циклов дыхания. Пытайтесь опустить колени к полу, при этом не допуская неприятных ощущений. Наблюдайте за дыханием. Разведите ноги как можно шире, при этом не допуская болевых ощущений. Спина прямая. Старайтесь как можно ниже наклонить туловище вперед. Руки опустите на пол. Носки ног направлены вверх. Пятками толкайтесь в стороны. Живот и грудь стремятся к полу. Сделайте 5-7 циклов дыхания. Туловище вытягивайте вперед, выворачивая бедра наружу. Наблюдайте за дыханием. Подайте корпус назад. Соедините ноги. Стопой упритесь в левое бедро, как можно ближе к паху. Правое колено опустите на пол. Наклоните корпус к левой ноге. Пытайтесь обхватить руками левую стопу. Стремитесь положить живот на левое бедро. Сделайте 5-7 циклов дыхания. Вытягивайтесь корпусом и руками вперед. Не допускайте болевых ощущений. Дыхание ровное, спокойное. Поднимите корпус. Сделайте то же самое на другую ногу. Согните левую ногу. Стопой упритесь в правое бедро, как можно ближе к паху. Наклоните корпус к правой ноге. Стремитесь положить живот на правое бедро.
сделайте 5-7 циклов дыхания. Вытягивайтесь корпусом и руками вперед. Не допускайте болевых ощущений. Дыхание ровное, спокойное. Поднимите корпус. Выпрямите левую ногу. Колени напряжены. Поставьте ладони у бедер. Стопы вместе. Носки направьте на себя. Сделайте 5-7 циклов дыхания. Спина прямая. Грудная клетка раскрыта. Плечи опущены. Наблюдайте за дыханием. Встаньте на колени. Медленно садитесь на пятки. Спина прямая. Плечи опущены. Ладони лежат на коленях. Сделайте 7-10 циклов дыхания. Следите, чтобы тело не наклонялось вперед. Дыхание ровное, спокойное. Встаньте на колени. Поставьте ладони на пол. Поднимите корпус так, чтобы тело расположилось на четырех опорных точках. Запястье под плечом. Вытягивайтесь в одну линию. Ноги на ширине бедер. Копчик подтянут. Сделайте 5-7 циклов дыхания. Наблюдайте за дыханием. Согните правую ногу. Поднимите левую ногу, потом правую руку. Вытянитесь в горизонтальную линию. Таз поверните внутрь. Левая рука упирается в пол. Сделайте 5-7 циклов дыхания. Шея вытянута. Спина параллельна полу. Дыхание ровное, спокойное. Медленно садитесь на пятки. Встаньте на колени. Поднимите сначала правую ногу, потом левую руку. Вытянитесь в горизонтальную линию. Таз поверните внутрь.
правой рукой упирайтесь в пол. Сделайте 5-7 циклов дыхания. Шея вытянута. Спина параллельна полу. Дыхание ровное, спокойное. Поставьте ладони на пол. Отведите ноги назад. Пятки смотрят немного в стороны. Носки направлены внутрь. Тянитесь копчиком вверх. Сделайте 5-7 циклов дыхания. Пытайтесь выпрямить ноги. Ладони прижаты к полу. Грудной клеткой медленно тянитесь к бедрам. Во время выполнения движения не допускайте болевых ощущений. Наблюдайте за дыханием. Лягте на живот. Поставьте ладони возле грудной клетки. Поднимите корпус вверх за счет мышц спины. Ноги на ширине бедер. Сделайте 7-10 циклов дыхания. Запястье под локтем. Макушкой тянитесь вверх. Наблюдайте за дыханием. Согните ноги. Руками обхватите лодыжки с внутренней стороны. Медленно поднимите голову и верхнюю часть корпуса. Отрывайте бедра от пола и натягивайтесь как лук. Сделайте 7-10 циклов дыхания. Дыхание ровное, спокойное. Медленно садитесь на пятки. Опустите живот на бедра, голову на пол. Руки вытяните вперед. Расслабьтесь. Сделайте 5-7 циклов дыхания. Дышите спокойно. Поднимите корпус. Вытяните ноги вперед. Колени напряжены. Поставьте ладони у бедер. Стопы вместе. Носки направьте на себя.
сделайте 5-7 циклов дыхания. Спина прямая. Грудная клетка раскрыта. Наблюдайте за дыханием. Лягте на спину. Медленно выпрямите ноги до ощущения натяжения в бедрах. Пятки находятся над тазом. Носки опущены вниз. Поднимите руки и голову. Сделайте 5-7 циклов дыхания. Тянитесь вперед. Во время выполнения движения не допускайте болевых ощущений. Дыхание ровное, спокойное. С помощью рук поднимите туловище и ноги в вертикальное положение. Упритесь руками в поясницу. Поддерживайте тело ладонями в устойчивом вертикальном положении. Сделайте 5-7 циклов дыхания. Во время выполнения движения не допускайте болевых ощущений. Наблюдайте за дыханием. Медленно перенесите стопы за голову. Делайте упражнения плавно, не допуская болевых ощущений. Пальцами ног упритесь в пол. Пятки тяните наружу. Постепенно пытайтесь выпрямить ноги в коленях. Сделайте 5-7 циклов дыхания. Наблюдайте за дыханием. Разведите ноги в стороны, насколько возможно. Пальцами ног упритесь в пол. Пятки тяните наружу. Не допускайте нагрузки на шею. Копчик тяните вверх. Постепенно пытайтесь выпрямить ноги в коленях. Сделайте 3-5 циклов дыхания. Дыхание ровное, спокойное. Поддерживая руками поясницу, согните ноги, соедините. Медленно, позвонок за позвонком, опустите спину на пол. Руки на удобном расстоянии от тела. Ноги на ширине плеч. Расслабьтесь.
Согните ноги. С помощью рук поднимите прямые ноги в вертикальное положение и заведите их немного за голову. Пальцы ног находятся чуть дальше уровня головы. Таз приподнят. Руками упритесь в поясницу. Носки тяните на себя. Сделайте 5-7 циклов дыхания. Голова, лопатки и локти прижаты к полу. Ноги прямые. Дыхание ровное, спокойное. Согните ноги. Медленно, позвонок за позвонком, опустите спину на пол. Согните ноги. Обхватите колени обеими руками и плотно прижмите бедра к животу. Расслабьтесь. Не допускайте неприятных ощущений. Голова, лопатки и таз прижаты к полу. Сделайте 5-7 циклов дыхания. Наблюдайте за дыханием. Поставьте пятки как можно ближе к паху. Теперь разведите бедра и колени в стороны, насколько возможно. Подошвы стоп плотно прижаты друг к другу. Руки положите на бедра. Расслабьтесь. Колени медленно тяните к полу, растягивая внутреннюю поверхность бедер. Сделайте 5-7 циклов дыхания. Дыхание ровное, спокойное. Медленно поднимите бедра. Соедините колени. Выпрямите ноги. Руки на удобном расстоянии от тела. Ноги на ширине плеч. Закройте глаза. Расслабьте мышцы лица, шеи, плеч, спины, мышцы грудной клетки, живота, рук и ног. Наблюдайте за дыханием.